рад тебя видеть. Я надеялся, что пришлют несколько больше людей. Я препарирую один из экземпляров, которые нам удалось раздобыть. Ищу какое-нибудь врожденное слабое место, что помогло бы остановить их. Но пока ничего не обнаружил. Слишком мало времени. Я останусь здесь и буду искать дальше. В соседней комнате лежит броня и боеприпасы. Код к шкафу 624. Бери, пригодится. Я останусь здесь. Если что-нибудь обнаружу, запишу результаты в базу данных. Уходи отсюда. Тебе же будет лучше, если я что-нибудь найду. Сектор анабиозных камер комплекса Дельта. В этом направлении изучаются существа из иных измерений, обнаруженные при испытаниях телепортатора, производившихся на третьем уровне комплекса Дельта. Добытые экземпляры, похоже, являются углеродными формами жизни и обладают чрезвычайной устойчивостью к высоким температурам. Кожная ткань существ чрезвычайно устойчива к трению и разрезу, что сильно затрудняет исследование их внутреннего строения. Эти существа обладают невероятной силой и ловкостью. Некоторые виды способны создавать сгустки плазмы и управлять ими. Каким образом существа порождают эти сгустки, неизвестно. Существует мнение, что эти существа обладают зачатками интеллекта и социальной структуры. Трагическая судьба первых экспедиций сквозь портал подтверждает это. За поимку этих существ нам пришлось заплатить множеством человеческих жизней, и мы надеемся создать полную генетическую карту подопытных экземпляров. Это поможет нам ответить на многие вопросы.
Артефакт U1 или Душекуб. Он был найден в 2104 году при раскопках в регионе, где исследователи UAC обнаружили следы мертвой цивилизации.
Thank you.